Ну вот, друзья мои, обещала вас поздравить с крещением из моря. А свои обещания я всегда выполняю. И вот оно море, вот я там стою. Даже в путешествиях я в первую очередь думаю о своем здоровом образе жизни. Не жарко у нас сейчас в Варне. В общем, 4 градуса, ветер холодный, но мой закаленный организм позволяет сделать для вас эту запись. Основным символом крещения является, конечно, вода. И вот она, это морская вода, лечебная, которая мне помогает жить, творить, радоваться. И, конечно, рядом мой чудесный минеральный бассейн. Ну, вот он, этот минеральный бассейн рядышком. У меня есть несколько видео на канале об этом чудодейственном источнике здоровья и долголетия. Еще одним символом крещения являются голуби. Ну, будем говорить, птички. И вот видите, здесь у нас птички всякие. И голуби, и лебеди, и чайки разных видов. И все дружно тут живут. Так что и я вам желаю, чтобы в вашей жизни была радость, чтобы в вашей жизни было здоровье, и чтобы в вашей жизни было все только самое хорошее. А вот еще я вас хотела спросить. Вы случайно сегодня ночью, или может быть уже с утра, не слышали лай собак? Если слышали, вам очень повезло. Говорят, что это хорошая примета. К деньгам. Так, ну пока вы там будете вспоминать, слышали, не слышали лай собак, я пойду в море. И как положено, 3 раза окунусь. Крещение все-таки. С праздником всех!